Это, ну, как поддержка, что ли. Я-то, конечно, очень рада, и это хватает. Я маленько что-нибудь сварю, какую-нибудь, и буду хорошо хватать поддержка. Кто придумал, большое спасибо. Спасибо мне, это года-то уж лишь за 80. Я думаю, хоть магазин, слава богу, где соседи, где что. У меня, правда, сынок есть, но он далеко живет. А это за это большое спасибо. Я человек поварской, 40 лет. Вот работала в общественном питании, в школьных столовых. Я кормила всех детей. Мне не стыдно на улице встретиться, мне только спасибо говорят. И теперь меня кормят. Спасибо, большое спасибо. Кто это придумал, прямо у меня даже слов не сказать, благодарность.